Цифровая валюта заинтересовала крупных игроков рынка ценных бумаг. Американская фондовая биржа NASDAQ заявила о запуске торгов на биткоин-деривативах. Выпуск состоится в первой половине 2018 года и будет проводиться на платформе NASDAQ Futures, которую ранее использовали для торгов активами энергетических компаний. Планируется, что для составления индекса на биткоин NASDAQ будет оценивать его цену на более чем в 50 криптобиржах. Это уже третья биржа из четырех крупнейших в США, которая планирует запустить фьючерсы на криптовалюте. Эксперты отмечают, что увеличение интереса инвесторов к крипторынку вызвано быстрым ростом цен на биткоин, который за год подорожал практически в 11 раз.